Друзья мои парфюмерные, всех рада видеть на моем канале. Огромное спасибо каждому, кто открыл это видео. Друзья, я сегодня обозреваю две новинки от бренда Вильгельм Парфюмер. Не мои новинки, а наши с мужем. Потому что два этих аромата — это стопроцентный унисекс, ровно посередине. Некоторые считают эти ароматы даже больше мужскими. Поэтому, если мужчины вы меня смотрите, либо смотрят меня девушки, которые сейчас выбирают аромат на подарок своей второй половинке, присмотритесь к этой марке, потому что у них действительно много ароматов очень стильных, холодных, современных, очень-очень стойкие шлейфовые ароматы у бренда Вильгельм. Я вот честно не знаю ни один аромат у него, который был бы со средней стойкостью или даже не стойкий. То есть, мне кажется, таких просто нет. Совсем недавно, друзья, я вам снимала отдельное видео про любимые ароматы от этой марки, и менее любимые, и самые любимые. Оставлю ссылочку, заходите, смотрите. Бренд представлен также на La Moda. Можно там ловить скидки хорошие, бывают на раздел премиум ароматов. Напоминаю, что очень хорошая цена, пожалуй, самая лучшая цена сейчас на рынке, на бренд Марк Антони Баруа Ганимед Энцелад, экстракт Ганимеда именно на La Moda. Есть мой именной промокод, который дает дополнительную скидку 15% на очень многие бренды. В премиум коллекции тоже это все распространяется, эта скидка действует, но есть также бренды исключения. У кого нет своей скидки по программе лояльности La Moda, эта скидка как раз для вас. Но хочу сказать, что, например, по моей скидке Ганимед Энцелад 5% дают, хотя у меня там 20% скидка, а вот мой код, он дает 15%. Сегодня только проверяла, поэтому кто хочет на осень Ганимед, Энцелад и так далее, то на La Moda самая лучшая цена. На бренд Вильгельм Парфюмер цена средняя, но ловим скидки, да, как я говорила. Итак, нам с супругом в честь годовщины я выбрала два аромата. Это утренние шахматы и это Стокгольм 1978. Утренние шахматы я знала, мне присылала девочка от Левантик. Мне аромат очень понравился, но еще больше он понравился моему мужу. Об этом чуть поподробнее дальше. А Стокгольм я заказала вслепую, рискнула, потому что здесь, во-первых, интересная пирамида, во-вторых, мне этот аромат очень советовала моя зрительница под видео про Вильгельм Парфюмер. Но давайте я быстренько пробегусь сначала по утренним шахматам. И это у нас аромат, который очень похож на знаменитый Крит Авентус, который так полюбился и девушкам, и мужчинам. И мой муж тоже очень-очень полюбил этот аромат. У нас был, получается, похожий аромат от Zara, яркая кожа. Потом у нас есть Юсо стоит на полочке, который тоже как бы скопировал аромат. Но на мой нос, на мой вкус, это самая крутая версия. И муж ее тоже оценил. В принципе, хочу сказать, что у него сейчас просто запой с этим ароматом. И 8-14 градусов плюс этот аромат просто идеально звучит, очень стойкий, очень яркий, шлейфовый, холодный, оглушительный, пронзительный, очень классный современный аромат. И пахнет он тонкой кожей, пахнет он ярким, сочным фруктом с кислинкой, да, здесь у нас бергамот, но для меня здесь даже чуть-чуть есть ананасового сока, потому что мы знаем, что Крит Авентус у нас с ананасом, но здесь ананас не заявлен, тем не менее, какая-то вот такая фруктово-кисленькая нотка, которая не совсем цитрус, здесь для меня тоже присутствует, и я вполне могу ее нафантазировать как нотку ананаса. Плюс тонкая кожа, плюс какие-то веточки, что-то есть такое зеленоватое, тоже древесно-свежее. В общем, аромат бесподобный, стильный, классный, современный. Я о нем тоже уже рассказывала, когда у меня был от Левантик, и говорила, что не отказалась бы я от такого аромата. Вот. Но это будет больше все-таки аромат моего мужа, раз он его так сильно любит. Уже, как бы, знаете, аромат заикарился за человеком. Ну, а второй парфюм — это что-то интересное, уникальное, я бы даже сказала. Ничего похожего я не встречала, в моем шкафу ничего похожего нет. И это Стокгольм 1978 с интересной, опять же, пирамидой. Тоже очень стойкий, очень яркий шлейфовый парфюм, но сразу хочу сказать, что старт этого аромата многих напугает, потому что, ну, минут 5,
если прям на волосы попадет, там обычно ароматы дольше раскрываются и на одежде. Минут 15 это запах дедулиного одеколона. Причем, знаете, такой одеколон из прошлого, я даже вспоминаю моего дедушку, когда он брился, у него на подоконнике был свой уголочек, куда нельзя было заглядывать там, ничего там трогать. И вот, знаете, вот эти вот бритвенные еще старые станки, вот эта вот штучка, которая взбивает пену, помазок. И вот там у него стоял одеколон еще вот с такой вот грушей. И вот для меня это запах этого одеколона, того самого, без лишней вот этой дешевой спиртовой ноты. То есть спирта здесь как такового нет. Это прям тот самый ретро-одеколон. И это все тебя немножко пугает, потому что пахнуть дедулиным одеколоном мало кому хочется, тем не менее. Здесь в раскрытии очень интересное сочетание какого-то кремового миндаля без цианидности. То есть миндаль здесь не жареный, не цианидный, немного кремовый. И как будто вот сверху на этот кремовый миндаль прям натерли цедру. И именно, наверное, цедра здесь дает такую горчинку свежую. И это кремовый миндаль. Вот в базе появляется даже немножечко сладости, таким легким оттенком. В принципе, это все. Дедулин одеколон и очень интересное сочетание миндаля и цедры. Мне понравилось, я его уже носила несколько раз, носила и дома, носила так вот недолго, там буквально один микропшик, пока там школу отвела, привела, носила основательно, прям хорошо на выход. Мне аромат очень понравился, я его однозначно оставляю в своем шкафчике, потому что это необычно, потому что это интересно и это очень хорошо вплетается в осеннюю погоду. Вот такое вот впечатление о Стокгольме. Есть в нем, знаете, какой-то холодный цвет, поэтому, в принципе, этот парфюм, он холодный. Даже несмотря на то, что есть легкая сладинка, все равно это холодный и даже немного ледяной аромат. Если у вас есть Стокгольм, пишите, как вам, нравится, не нравится. Я спрашивала у себя в телеграм-канале, там тоже мнение разделилось. Кто-то сказал, вообще не понравился, кто-то сказал, очень понравился. Поэтому да, вообще бренд Вильгельм Парфюмер, конечно, это марка спорная. Это марка, которой новичкам, например, которые только-только погружаются в нишевую парфюмерию, только-только расширяют свой парфюмерный гардероб, я бы вам не советовала туда сразу, да, как бы прыгать в этот бренд. Все-таки, даже вот вспоминая себя, я тоже не сразу поняла аромат этой марки. Ну что, на этом все, друзья. Спасибо каждому, кто посмотрел видео. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока!